Да не, я думаю, что это не самое главное. Все, я готов. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей. Я представитель команды «Ливерпуль», зам капитана. Что можете сказать об игре сегодня, о сопернике, о своей Соперник команде? Соперник был достоин. Огромное спасибо за игру. Очень понравилось против них играть. В начале игры взяли инициативу, решили подержать мяч, привыкнуть к полю. Погода внесла свои коррективы, мокрое поле, скользкое, но мы достойно отыграли, забили свои мячи, которые должны были забивать. Играли в пас, низом, не давали сопернику шансов, но были ошибки, будем исправлять. А так все очень классно, все очень хорошо прошло. Была какая-то специальная установка на дальний удар из-за дождя, из-за мокрого Нет. поля? Воспущение было просто играть в свой футбол, как можно. Просто почувствовали игру, почувствовали поле, все, стараемся, все, отрабатываем. Играем не на себя, а на команду. Вот и все. А я смотрю, в такой утепляющей штуке прошли. Ну, не хочу болеть, работаю. Ну, в целом, не замерзли во время игры? Нет. Какого-то народу было много, менялись не каждые 2 минуты, да. У нас перерывы по 10-8 минут были, то есть приходилось стоять. Но ничего страшного, все нормально. Ваша команда активно использует ротацию или у вас какой-то сформированный костяк, как в основном? Нет, просто есть желающие, приезжают, играют. Позвонили, приехали, поиграли. То есть все желающие. То есть у вас расширенный состав? Конечно. Сегодня приехали, решили, взяли, посмотрели, поиграли. Все хорошо. Хорошо, спасибо и удачи на турнире. Спасибо.